Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Анджело Брандино «Венера, Амур и зависть» 1548-1550 годы. «Венера, Амур и зависть» — это вариация на ранней работе Брандино «Венера, Амур, безумие и время». Аньоло Брандино, настоящее имя Аньоло ди Козимо ди Марианна, итальянский живописец, выдающийся представитель маньеризма. Аньоло Брандино учился у Рафаэлино дель Гарбо и Джакопо Панторма на картине «Венера, богиня любви и Амур». Маски комедии и трагедии можно увидеть у ног Венеры. Зависть представлена в виде рогатого существа или демона, расположенного за спиной Купидона. При ближайшем рассмотрении изо рта существа, кажется, сворачивается змея, что также свидетельствует о ревности. Розовые розы в правом верхнем углу сцены олицетворяют красоту, страсть и любовь. Такое небольшое описание к работе Анджело Брандино «Венера, Амур и зависть», написано в 1558-1550 годах, я нашел в интернете. Все, пока-пока, смотрим работы, до свидания.